Hey everyone, я Ира Цави, и сегодня продолжаем нашу рубрику «С миру по нитке» и приглашаю вас на солнечные берега Италии, точнее, даже на итальянский остров Капри. Именно на острове Капри готовят прекрасный салат капреза. Очень легко, быстро, всего 3 ингредиента плюс масло и приправы. Есть красные помидоры, белый сыр моцарелла и зеленые листочки базилика. Что они напоминают? Правильно, итальянский флаг. И именно итальянский флаг и есть салат капреза. Для этого очень просто. Нарезаем помидоры. Нарезаем таким же размером сыр моцарелла. И складываем в салат помидор, сыр, прекрасными листиками свежего базилика. Кстати, именно поэтому в классическом салате капреза не используют темный базилик, используется только зеленый, потому что это именно напоминает итальянский флаг. И все, что нам осталось сделать, это слегка полить все оливковым маслом, желательно холодного отжима, потому что масло не должно горчить и не должно перебивать вкус. Также абсолютно чуть-чуть полить бальзамическим уксусом. Слегка посолить, потому что не соленые помидоры, собственно говоря, невкусно. Моцарелла не самый соленый сырок. И присыпать молотым перцем. Но это уже, собственно говоря, исходя из собственных вкусовых пристрастий. Кто-то любит поострее, кто-то не очень. Поздравляю вас! У вас готов классический итальянский салат капреза. До новых встреч, пока-пока!